Мальчишки, девчонки, а также их родители. Веселые распаковки увидеть не хотите ли? Веселые распаковки канал покажет наш. Веселые распаковки канал покажет наш. А с вами сегодня в очередной раз ваша любименькая Марья Ивановна из села Кукуева Мухосранского уезда Задрищенского района. Речки! И это очередная веселенькая распаковка посылочек с сайту AliExpress. Ну что, сейчас посмотрим, что там нам наприходило. А это наши любимые ножницы. Кто еще не купил? Ссылочка, как всегда, внизу в описании под видео в инфобоксе. Так, начнем вот с таких малипусик-поселюсик. Так, хрустящие чуть-чуть. Так, что тут у нас? Ой, тут золото, ой, золото-бриллианты. Ой, это то, что мы брали со скидкой. Помните, у меня было видео, супер-скидки на Валбересе были. Вот Марья Ивановна нахапала-то на Алиэкспрессе. Ай, доча. Короче, тут все тебе звездное. Слушай, качество-то я думала еще будет хуже. А ну, вон, смотри-ка. Блестящие. Ой, пальцы все покуребанные. Сейчас Марья Ивановна в огородах своих ковыряется цветами. Ой, кто не видел моих видео, то посмотрите, не ленитесь. Много всего полезного то показываю. Вот так, браслетик звездный. Да, вон он как. Смотри, у него звезды прилеплены на эту, на цепочку. Прикольно. Слушай, даже качество такое весьма это себе. Браслетик? Да, дай ручонку-то свою. Ты не пусенькую. Сюсенькую. Кстати, по поводу замка-то, продавец ответил, что хрена вам, а не замка. Ведь не хочу выпускать, и материалов нету. Да что ты будешь делать-то? Не хотеть. Так, зацеплю за кукуй. Ну вот как-то так, вот, угось. Так, ладно, оставляем. Серьги-то, серьги, те, что были по бешеной скидке. Так, а что, заглушки силиконовые лежат? Вот такие легкучие. Такие, вау. Висючие такие. Ну, прикольные. Вот за те деньги, что они были, они тех денег и стоят. Что это такое? Довесок какой-то. Какой-то довесок. Довесок какой-то. Так, то ожерелье звездное. Так, где начало? Ой, голос потеряла, Марья Ивановна, пока вам тут песни пела. Угу. Так, ну это вот такое звездное. Вот такое вот. Это на шею? На шею, да. Вот так вот. Как ты хотела? Хотела же такую звездную? Да. Вот тебе, Нати. За копейки с Алиэкспрессу. И сережки звездные. О, описали мало украшений. У меня их ящиками этих украшений. Уже все банки закончились, сорить не в чем. Эти украшения. Так, ем-то сережки. Ой. Ой, запупукались. Так, запупутались. Короче, сейчас покажу. Короче, вот так вот в ухо вдевайте. Опс. И с обратной стороны вот так вот застежку застягаете. Сейчас, еще видать, нет. Застягаете. И получается, ем-то звезда вот так вот висит. Понятно? Вот так вот. С двух сторон такая вот сережка. Круто. В общем, за копейки, все. Вот тебе звездные сережки. Ой, не могу смотреть на руки, на покуребанные. Ну, сейчас пока вот все эти рассади все свои цветы все. Так и будут покуребанные. Надеваю перчатки и выхожу на улицу. Потом их снимаю. И поехали, погнали голыми руками ковыряться. Вот так вот, а. Вот. Видать вам, не видать. Вот так-то вот, а. Дальше поехали. Что там следующее по ссылке? Что-то непонятное. Что-то. Сейчас посмотрим, что. Я ж не все посылки то отслеживаю. О, шнурья. То шнурья. Шнурья эти. Ой, быстро пришли, что-то дней 10. В этот раз заказала вот черные и красные. И эти шнурья сейчас очень удобно. Знаете, как заказывать? Вот когда там вот ускоренная доставка с закрутышками. Ну, тоже тянучие, гябучие шнурья. Вот такие. Их удобно заказывать. Они стоят всего-навсего 36, пока еще стоят 36 рублей. Вот когда вы какой-нибудь товар покупаете, вот там, где вместе быстрее. Вот чтобы не искать еще что-нибудь такое существенно по деньгам, вот такие шнурья еще добавляете к товару. Оп, и все, и у вас вместе быстрее полетело. Ага, видите, он 10 дней прилетел, вот два товара, 10 дней и все. То есть можно два шнурья заказать, уже будет вместе веселее, весело шугать. Вместе весело шугать по просторам. Ага. Так, ну что, сборненькая какая-то. Сборненькая. Посмотрим, что тут. Насобирали. Шуршачий пакет. Ну, та-та-та-та-та. А-та-та-та. Так, раз.
два, три. Что-то какое-то все плоскучее какое-то. Так, так. Хрумстящий пакетик. Хрумстящий пакетик. Так, хочу. Чуть. Ой, слушай, дочь, я, наверное, знаю, что это такое. Ну-ка, принеси-ка одну кукляку. Кукляку новую. Кукляку большую? Большую новую. Ага. Последние, которые были. Точно. То, тапки. Тапки для кукляк. 100 рублей. Везде они дорогущие, эти тапки. Ой, для кукляк. Для кукляк тапки. Топотульки. Вот такие вот беленькие взяла. Там еще есть джинсовые интересные. Ну вот захотелось мне. Только что там шли они с пластиковыми туфлями, неинтересно. Вот это интереснее. Давай сюда. Давай сюда, девочку-красавицу. Понесла с колготками. Надо бы... Видите, раскрыла все секреты и тайны. Колготки мы делали, помните? Гольфики, носочки с Валдириса. Вот они. Колготочки для куклят. Так, ладно. Куклятки. Сейчас проверим. Подойдет ли Золушке ента туфелька? Али нет ли? Ой, дочуль, там компьютер, звук убери, а то будет тут сейчас щелкать нам. Вот, вот. Ну давай, одевайся. Эть. Слушай, что-то это... Не хотеть. Не по размеру. Ага. Что-то нет, да не, нормально. Просто вот как-то вот... Голеностоп, что ли, тоже больная, что ли. Это у меня там все что-то не закрываться. Голеностоп. Тут не жмет тебе. Где эта красавица? В общем, да нет, должно подойти, потом еще посмотрим. Вон они, куклехи-то, кто не видал. 2 штуки 1500. Ой, красота. В общем, потом с этими тапками разберемся. Ой, да. Ну, что-то вот так-то по ноге вот нормуль должно быть. Ну, ты впритык, короче. Так, ладно, все, уноси ее. Там потом разберемся. Туфли вот взяла вот... Все секреты раскрыла, доча. Все секреты. Хотели мы вам видео снять, как колготки-то для куклят сделать. Так, ладно, потом снимем. Без единого шва. Так, поехали дальше. Так, вот тут мягкучий шуршащий пакетик. Угу, что тут у нас? Ой, сейчас ребятеныш придет. Сейчас хочу, чтобы вахало-вохало. Ну, где там ходит там? Ой. Так, ладно, пока вот плоскучий открою. Вот такой хрумстященький. Чего там вахало? Ой, хочу, чтобы ты вахало-яхало. Что сейчас там? Плоскучий открою пакетик. Хрумстященький. Эть-эть-эть. Агась. Что тут? Вот. Вот. Это наклеечки. Для ногтиков. Водные. В наборе идет 3 штуки. Вот такие вот. Угу. Вот такие вот розочки и ромашухи. Вот. Они водные. Подводные. И, ой, вообще ромашухи. Ой, я себе понуклею. Вон тут, видите, еще эксперименты ставила. Вон. Синим лаком. Так. Зебесненько. 53 рубля вот 3 штуки стоит. Так, вот тут что пришло. Еще вот такие пружинята. Вон какие. Вау. Ну, вот такие пружинки. Уже показывала. Шнурья обматывать. Ой. Ой, какие красивучие. Ой, можно не только шнурья. Можно, кстати, между прочим. Вот, кстати, вот может быть кому полезно будет. Бывает, что ножницы. Бывают такие тоненькие ручки, неудобные. Колючие такие, ебучие. Все мозги они прокомпостируют. Можно даже вот так вот ручки обмотать. Но это, конечно, тоже еще то занятие. Это придется вот так вот сидеть, обматывать. Вон она как, видали? Ну, кому заняться нечем, то можно, конечно. Угу. То есть, понимаете, гентями вот. Вот, пружинами можно все, что хотите, обмотать. О, все, что хотите, обмотать можно. Не обязательно только тонкие шнурья, но какие красивучие. Там еще розовые есть и фиолетовые. Так, ладно. Так, отпусти теперь. Ножницы мне нужны. Спрут. Так, дальше поехали. Плоскучий еще один пакет, плоскучий. Так, сейчас посмотрим, что в этом плоскучем пакете. Угу. Так. Вот. Еще наклейки. Так. А это наклейки с ежиками, с такими. Да. Вот такими. Ежик в тумане? Ежик в тумане такой. Это, ну-ка дай-ка, пожалуйста, пинцету мне. Так. Пинцету дай мне. Угу. Не такой. Вот а черный, да, или разноцветный. Черный. Ой, все куда-то пропало. Черный нашелся. Так, вот теперь проверим сразу. На ромашухах, вот на этих. Эти? О, точно, это просто наклейки, вот. Просто наклейки мне не нравятся. Знаете почему? Потому что у меня лак обычный. Вот эти просто наклейки, они заклеивают там лак, и потом просто жидкостью для снятия лака их снимать очень трудно. Их потом сковыривать приходится. Поэтому это для меня не the best, но нет. Так, в следующем плоскучем пакете подозреваю еще то же самое, какие-нибудь наклейки для ногтей. Сейчас посмотрим. Потому что больше ничего такого плоскучьего
Я не заказывала, точно. Вот они, мои любимые ромашухи. Еле-еле их нашла, эти ромашухи. Они тоже водные, вон, с божьими коровьями. С божьими коровьями. Вот эти ромашухи мои самые любимые. Вот, взяла еще две пачки. На проверку, что точно оно или не оно. Возьму еще, пусть хоть и с платной доставкой, но возьму. Потому что, если я что-то люблю, то я люблю. Я могу один и тот же маникюр делать 500 миллионов тысяч раз. Вот нравится мне одно и то же. Вот я такая стабильная. Стабильная так. Так, это сюды, это туды. Так, следующая. Следующая сборная у нас. Ой, следующая сборная. Так, потрошакаем. Так, раз пакет, два пакет, три пакет, три пакета, так, что там у нас, посмотрим, сейчас пощупаем, так, ага, ой, ух ты, золото, бриллианты, от девочки, от, ой, бусья жемчуга. Сейчас я вам видео добавлю, вот я вам сейчас видео добавлю. Сейчас покажу, а потом видео добавлю. Так. Зачем? Линеечку мамуке дай. Угу. Сейчас проверим. Ох, качество the best. Ой, некоторые бусины просто вообще вау. У продавца. Вон замочек какой. Вот такой вот замочек. Вот так. Эть. Вот так. Видали, какой крючочек? А что потом еще снять? Еще вот. Ее вот так вот надо. Вот. Ага, нихухер-мухер. Специально, что если расстегнется, еще вот так вот держаться будет. Классный замочек такой, вот этот вот тоже. Значит, обещано 16 дюймов. 16 дюймов, это приблизительно 40 сантиметров. На очень тоненькую шейку, давай-ка. Приблизительно 40 сантиметров. У нас вот линейка 40 сантиметров. Так, берем от нуля и погнали. Тут даже с запасом 43 сантиметра, даже чутка побольше. Ну, а покупали-то мы ем-то ожерелье за 100 с копейками рублей. Нынче уж 500 стоит. Вот сейчас посмотрите видео. В описании под видео есть ссылочки на товары, которые я показываю в видео. Либо просто есть какая-то полезная информация, если это просто какое-нибудь влоговое видео. И есть вот ссылочки на мою группу «Покупки в Китае» и группа «Фиолетовое чудо. Скидки там в Валберисе, Озоне». Конкретно по Алиэкспрессу группа называется «Покупки в Китае». Переходим по ссылочке и попадаем в мою группу. В эту группу в реальном времени я добавляю ссылки то, что сегодня было по каким-нибудь скидкам. Вчера, то есть если вы будете мотать ленту вниз, то вы увидите, что всякие браслетики, сережки. Вот был браслетик 83 рубля. Все разобрали, если перейти по ссылке, то этих браслетиков уже нет в наличии. Я себе такой браслетик заказала. И я не удивлюсь, если через пару недель, когда я получу этот браслет, эти браслеты будут в наличии, но будут уже стоить рублей 500. Поймите одну единственную вещь. Очень многие продавцы добавляют 10, там, 5, 20 штук товаров по какой-нибудь низкой цене. Как говорится, кто успел, тому и тапки, да, понимаете? То есть вот в эту группу, в ленту я добавляю какие-то интересные товары, какие-то полезные товары. Например, вот эти самые крючки. Тут есть видео балыка и тут есть фотография, как этот балычок прямо сейчас у меня висит дома на кухне. Вот моя вытяжка, вот эти крючочки, вот висят вот эти куриные грудки, вялятся. То есть все прекрасно и все замечательно. Понимаете, в этой же группе вы можете зайти, вот, посмотреть фотографии всех победителей и увидеть девочек, которые разместили фотографии, все призы, которые они получали. Есть у меня такое еще небольшое условие, что девочки, когда призы получают, они добавляют фотографии в этот альбом, чтобы все видели, что призы все получили. Понимаете, какие-то интересные товары, какие-то со скидками товары. Это все в реальном времени. Поэтому, девочки и мальчики, заходите в эту группу, ну хотя бы раз в день, смотрите, что там появилось. Иногда какой-то товар бывает, ну вот он сейчас есть, через 10 минут его нет. Я стараюсь добавлять в группу все самое полезное, все самое интересное. В эту группу ссылки добавляю только я. Мне девочки присылают их в личку. Иногда они пишут сообщения в группу, но если честно, могу вам сказать, что я не люблю, когда присылают сообщения в группу. Мне больше нравится, когда присылают сообщения мне в личку, потому что в группе
я не могу отвечать голосовыми сообщениями. А поймите меня правильно, девчонки и мальчишки, я не могу каждому писать сообщения и читать все сообщения. Я привыкла и приучила очень многих общаться голосовыми сообщениями. Поймите одну единственную вещь. В сутках всего 24 часа. Все это время мне нужно не только с кем-то общаться и переписываться, но еще поспать, покушать и сделать какие-то другие свои дела. Поэтому я не могу заниматься перепиской. Именно поэтому я перестала общаться со всеми китайцами, переписывать. Я вообще их сообщения практически никогда не читаю, просто открываю, закрываю, просто чтобы почистить, что нету новых сообщений, и все. Пишите мне в личку. Ко мне в личку, вот в группе, вот полистаете страничку. Вот, видите, Мира Светлая. Взяли, нажали, попали ко мне на страничку, написали мне сообщение, я вам голосовым сообщением ответила, понимаете? Все счастливы, все довольны. Не надо читать, взяли, прослушали, что я вам там наговорила. Я вам также, понимаете, я там, допустим, даже кто-то прислал какое-то коротенькое сообщение, я пока то читаю, другое сообщение слушаю. Вот так вот и живу, понимаете? Вот так вот все крутится и вертится. Поэтому, если вы находите тоже какие-то интересные, полезные товары на AliExpress с какими-то купонами, препонами, скидками, подсылайте мне в личку, я все добавлю в группу, если я посчитаю этим нужным. Не обижайтесь на меня, если я чего-то не добавлю в группу. Значит, на это есть какие-то причины. Либо рейтинг у продавца какой-то не очень нормальный, либо, понимаете, появляется какой-то товар, допустим, стоимость там 10 рублей, и на этот заказ уже 1500, то есть на этот товар 1500 заказов. Ну, вероятность того, что пришлют вам этот товар, ноль. Нету, понимаете, никаких шансов, потому что никто не будет отправлять такой дешевый товар 1500 человекам. То есть чаще всего продавцы так и делают. Выставляют штук 10 какого-то товара со скидкой, этот товар раскупается, соответственно, товар этот продавец высылает, получает положительные отзывы, вот как было с предыдущими браслетами, и потом на этот товар ставится уже нормальная, скажем так, цена, не дешевая. Но браслет, действительно, который вот я вам два раза уже показывала с этой застежкой, то есть это действительно качественная бижутерия, я бы сказала, даже на уровне ювелирного уже. Вот планочка такая. Действительно, браслет просто супер-мега зачетный за 80 рублей. У нас где-то в магазинах он бы стоил, я думаю, вообще под 1000 рублей. Нефиг делать вот такого вот качества жемчуг. Плюс такой замечательной фурнитурой. То есть я надеюсь, что тут все понятно. Заходите каждый день в группу, смотрите, не пропустите что-то интересное. Потом писать мне в комментариях, а сейчас этот браслет стоит 600 рублей. Да я не удивлюсь, что завтра он 1000 будет стоить, понимаете? Все мы покупаем в реальном времени. Поймите, что пока ко мне посылка едет, пока я снимаю обзор, проходит минимум 10 дней. Минимум 10 дней, 2 недели, а иногда целый месяц. И цены за это время меняются. Опять же, многие говорят, почему вы не говорите? Вот начинаешь говорить цену, потом начинаются непонятки, а почему сейчас цена такая? Потому что я покупала месяц назад, и цена была вот такая. Доллар прыгает. Продавцы тоже делают скидки, такие, сякие. Понимаете, смысл говорить о цене я не вижу. Поэтому я всегда говорю, мы брали по такой цене. Какая сейчас цена, я иногда даже не вижу. Иногда бывает она, бывает даже ниже бывает, чем я покупала там рублей на 10. Ну, такое тоже бывает. Так что вот так. Заходите в группу, смотрите. Ну и мне в личку скидывайте что-нибудь интересное. Тоже делитесь с народом. Ну и не забывайте про группу «Фиолетовое чудо», про скидки на Валбересе, Озоне и в других магазинах. Все, я думаю, сказала. Давайте смотреть веселую распаковку. Посмотрели видео, ем-то те, кто недавно у меня не кунали, не понимает, как это мы так покупаем. Вот так вот, все задешево. Вот как, кто в группу заходит, тот и покупает. Так, дальше там, дальше, наверное, опять жемчуга. Жемчуга, жемчуга, жемчуга. Так, точно, браслетик. Браслетик сейчас стоит 80 с копейками рублев. Есть у другого продавца чутка подороже. Ох ты, тоже, да, с натуральным пресноводным жемчугом. Хоть сюда, хоть сюда. О, там зацеплено прям за... кубический циркония, что ли? Даже очень, да. Вот такой вот браслетик.
Вот, ага. Натуральный пресноводный жемчуг. Хухер-мухер, 80 рублей. Вот так-то вот. Так, такие типа вишенки. Типа вишенки, что-то такое. И следующий там, наверное, что, бусья или что? Сейчас посмотрим. Что это там? Там. Там, ой, там-та-та-там. Там еще один браслетик и нить жемчужина. Я просто бусья. Так, тут просто бусья. Тоже брали за 90 рублев. Ну, ничего, ничего, за 90 рублев такой рисик. О, ой, жемчуга-то я люблю. Ох, люблю жемчуга. И браслетик. Это тоже сейчас еще можно здесь дешево купить. Ой, тут даже бирку, как у ювелирки. Ты посмотри. Ой, ой. Ну, прям, ну, вообще. Ты посмотри, а. Прям такой, ой. Ой. Сейчас вот, опс. Так, вот такой браслетик. Дай-ка свою ручонку. Да, ой. Вот так. Опс. В общем, вот такой браслетик, ага. Вот такой. Тоже пресноводный жемчуг натуральный. Тут фурнитура похужее, но 80 рублей и жемчуг натуральный. Никакие там пластмассовые бусинки. Так что вот так вот, девчули. Собственно, а на ентом распаковочки сегодня конец. Кто смотрел, тот молодец. Как обычно, всем желаем мира и добра. А сейчас чуть-чуть, Марусечка. И пока-пока. Валяется на подушках со своей копытцей. Угу. Хорошо на подушках, на кроватке, да, Марусенька? Ой, 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 ой. Ой, чайки мешают. Тебе спать чайки мешают. Кричат там, да? Ой, ой. Зевать кто-нибудь будет? Нет? А, Марусяточка. Ты такая ленивая. Тоже тут приперлись, да? Скажи. Я так прекрасненько спала. И ждет чудо. Ладно, дрыхни, пойдем мы за цветами поедем. Подмигиваешь? Лайкусики просишь. Ой, 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 ну все. Тревожили девочку. Ой.